Alice Jones and the Lost Treasures – это новый этап в жанре 3 в ряд. Впервые игрок получит неограниченное игровое поле и полную свободу действий. Обычная 3 в ряд механика становится увлекательным приключением, в котором игроку предстоит находить самородки, драгоценные камни и древние артефакты. Таинственная глубина манит неизвестностью и несметными сокровищами. После успешных поисков игрок возвращается в свой уютный городок, где можно выгодно продать находки у торговца, улучшить и купить огненные руны у археолога, исследовать и заказать заклинания у колдуньи. Но игрок будет общаться не только с жителями города. Для распознания самых ценных находок ему понадобится помощь друзей. После распознания артефакт становится ценной картой, которая обладает уникальными свойствами. После окончания приятных хлопот самое время получить новый квест и отправляться в новое, еще более захватывающее приключение.